Всем доброе утро. Мы проснулись. Блин, посмотрел на морду в автомобиле. Все в комарах. Просто. А еще вчера какие почему-то майские жуки были чересчур суицидальные. Просто как бомбежка была по лобовому стеклу. В общем, сейчас берем документы и пойдем на фирму узнавать, где будем разгружаться, как, через сколько, во сколько, где. Так что берем доки и вперед. Из этих трех подъездов нужно выбрать один. Нужно выбрать наш. Знаю, что мне подниматься на третий этаж. И он говорил про ель. Ель, по-моему, только здесь. Ага, БФД групп. Вот сюда, оп. БФД групп. Угу. Открыли. Ну что, ребят, сегодня буду проводить совещание. Пригласили в конференц-зал. Сказали подождать здесь. Ну, подождем здесь. Так вот. Ну, блин, жалко, конечно, но придется разгружаться в аэропорту. Это немного проблемно, как обычно говорят. Посмотрим. Для опыта. Через 200 метров поверните направо. Вот он, аэропорт, получается, перед нами. Поверните направо. Аэропорт города Вильнюс. Через 600 метров ваше место назначения будет слева. Google карты. Самолет взлетел. В общем, все, приехали в аэропорт. Сказали, подали документы, сказали полчаса, где-то минут 40, и будем разгружаться. И тогда будем стартовать с вами в транспедицию.
чтобы отдать документы. Ну, посмотрим, конечно, насколько нас быстро разгрузят. Время калининградское, сейчас 7:30 утра. Все вот это все занимает как по времени. Так что ждем. Позвали нас на разгрузку. Нас знаем. Доброе утро. Третьим ворот. Третьим, оно сбоку? Сбоку. Да. Добро. Сейчас поставим машину к третьим воротам. Так нормально? Нормально. Мне пропуск надо какой-то забирать на выезд или можно просто уезжать? А тебе лист не нужен? Кто? Лист не нужен для как приемки. СМР-ку? Не, лист приемки. А, ну давайте возьму. Это на второй этаж туда же идти? Не, пока сюда. Что, лист какой-то приемки сейчас дадут. Посмотрим. Все, разгрузились. На этом с фишерингом у нас закончилась доставка. Осталось нам 24 километра доехать до транспедиции, отдать там документы и, в принципе, будем ехать домой. Все, документы транспедиции отпечатали. Выезжаем в сторону дома. Погода замечательная. Водителя вообще не вижу. А, есть. Ну, поедем. Проехал мимо накопителя. Машины есть. Я не знаю, но едем пустые. Попробуем, как нам говорили, проехать пустыми по легковой линии. Надеюсь, у нас это получится. Не хочется со всеми вставать пустому и стоять фиг знает сколько. Уже подъезжаем к границе. Популярный мостик. Засекем пустыми, мы будем заезжать в 1:30. Во сколько мы выйдем? Ну, литовскую я прошел без проблем. Сейчас посмотрим, как нас на российской запустят. Фуры стоят,
Блин, надо будет еще транзитку закрывать автомобильную. Ладно, попробуем сейчас объехать все фуры. Быстро прошли границу, везде пропустили. На российской стороне тоже пропустили вне очереди закрыть декларацию. Все, уже в Калининградской области, катим домой. Будем отдыхать. Я так предполагаю, скоро увидимся. В пятницу планируется новая поездка, но короткая, за аккумулятором. Так что не переключайтесь, хотел сказать. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что понравилось, что не понравилось, что добавить, что убрать. Всем пока, спасибо, что были со мной.